Здравствуйте, уважаемые любители Мелбет первой лиги. В нашем любимом турнире уже шестой тур. Разгоняется сезон, и скоро мы доберемся до юбилейного 10-го тура, по которому можно уже, наверное, будет судить о некоторых раскладах в турнирной таблице. Но, пожалуй, к шестому туру уже тоже вырисовывается группа команд, которая ведет борьбу, например, за лидирующую тройку. Есть команды, которые еще не сказали своего слова в нынешнем сезоне. И отчасти, наверное, вот к этому списку относятся сегодняшние соперники, которые сыграют в Набережных Челнах. Не так много болельщиков, как, пожалуй, можно было ожидать, учитывая, что это большое возвращение КамАЗа домой. Но я думаю, что в любом случае поддержка в Набережных Челнах будет яркой. Ну и в целом-то, если смотреть на центральные трибуны, если смотреть на Юрия Журавлева, 44-й, Юрий Бавин, 14-й, Дзамбала Цалагов, номер 77-й, Никита Мершниченко, 18-й, Александр Гаглоев, 8-й, Рамазан Гаджимурадов, 70-й и 9-й номер Георгий Гангадзе. Здесь момент удара, и вот так начинается этот матч. Начинается он с забитого мяча КамАЗа на 3-й минуте. Очень ярко и ударно возвращается КамАЗ на родной стадион, и счет открыт. Немножко такая, знаете, неопределенность повисла в воздухе в этом эпизоде. Кто же будет первым на мяче? Журавлев через фланг, здесь Поярков, передача вперед. И Гаглоев до мяча дотянется, сохранил его в поле. Подача следует, удар, а позиция? Какая же позиция отличная для Георгия Гангадзе. Но пришлось тянуться. Шанс как-то докрутить статистику, как-то приукрасить то, что мы с вами видим на поле. Понятно, не всегда XG показательно. Здесь момент, удар и гол! 2-0! 2-0! Забивает КамАЗ! И это дубль Павла Горелова. Горелов не только из пределов штрафной, но и из-за пределов штрафной. СК Хабаровск умеет забивать. И вот так забивать. Футболист СК, включается Быков. Здесь уже подача, момент, вот он шанс для Гангадзе, и доходит передача. Доходит передача с фланга до 9-го номера. И снова Данил Маругин, ну, в общем, привычно выпрыгивает воздух. И здесь бьет момент, гол! 3-0! КамАЗ забивает, забивает, третий! И отличается Иван Козлов, ну, по крайней мере, он сейчас получает поздравления. Судя по всему, именно шестой номер успевает ногу подставить где-то там на линии вратарской. И как же здесь не отмотать назад и не вспомнить? Посмотрим, может быть, Першина как раз не хватало хабаровчанам. Здесь подача. Следует момент! И... А ведь все было у Хабаровска для того, чтобы забить. И подача прошла. И возможность пробить предоставилась. Будем честными, 50 на 50. С небольшим преимуществом в пользу Хабаровска, но подобные... Подобная разница не сильно показательна. Момент, перекладина. А вот сейчас мог вернуться Хабаровск. Рамазан Гаджимурадов оказывается в штрафной. Подставляет ногу. Показывают нам Никиту Першина. Неплохо, как здесь хорошо. Вышел Абдуллаев из-под опеки. Удар низом. Очень близко. Защепкин мог забивать. Вроде бы острый угол. И в завершении матча на последних секундах могли забить. Все! Все! Забивает! Забивает три мяча КамАЗ и уверенно побеждает, оформляя три гола в первом тайме. Во втором тайме мы с вами голов не увидели, но это нисколько не помешало.